Так, если у вас не работает Ямал, то вся проблема возможна в том, что в июне месяце 2014 года была авария на спутнике, вот, после чего произошли изменения. Вот, в данный момент сейчас нужно установить частоту 12612 МГц. Вот, Ямал 2201, 90 градусов. Все, как видим, вот у нас уровень, идущий на нашей головке спутника антенны, качество 62%. Вот, устанавливаем эту частоту. Если у вас ее нету в ресивере, нажимаем желтую. Нажимаем желтую на пульте, желтую кнопочку, и вводим частоту вручную. Вот. После этого должен появиться уровень сигнала. И производим, после чего производим поиск каналов. То есть вот этот нажимаем ОК. Все. После этого у нас все должно работать. Я как задаю. Видите, вот НТВ. НТВ-3. Умар ТВ и так далее. Music Box. Ну все.